Ты любишь различные мини-игры, такие как SkyWars, Speed Builders, SkyWars, Bedwars, опять SkyWars? Если да, то заходи и подписывайся на канал Дефа. Здесь ты сможешь найти кучу различных мини-игр. Как делишь, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию прохождения крутой карты, в которую мы уже с вами играли несколько дней назад. Сегодня мы научимся, как стать самым лучшим игроком в Майнкрафте, как побеждать в любых мини-играх на любых серверах, потому что эта карта реально поможет развить ваши способности в Майнкрафте. Ребята, перед этим не забываем ставить лайки. Я вас всех попрошу. Каждый ваш лайк для меня важен. И как только мы с вами сможем набрать 2500 лайков, сразу же выходит новое видео. Даже если через 2 часа мы сможем набрать 1500 лайков, если все дружно поставим, то через 2 часа выйдет новое видео. Ребята, запомните об этом. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружбу с моими подписчиками. Ребята, я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды. Да, ребята, но больше мы с вами тянуть не будем и сразу же приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем начинать. Кто не помнит, что это за карта? Каждые несколько секунд нам дается какое-то задание. И эти задания будут суммироваться. И эти задания нам все нужно будет повторять один за другим, и потом они будут все вместе. То есть, чтобы просто-просто вам не пудрить мозги, я сразу же сейчас начну игру. У меня для вас есть новая новость, как бы это тупо масло-масляное не звучало. Но все же, ребята, в чем заключается это... этой карты вы сейчас увидите. В предыдущей серии, дайте я звук немного погромче сделаю. В предыдущей серии, ребята, мы с вами смогли достичь отметки в 2158 очков. И к концу серии я не смог ее побить. Если в этой серии мы сможем с вами достичь 2158 очков, то мы, ребята, опа, мы будем прям нереально крутыми игроками. Потому что если вы будете тренитесь на этой карте, если вы сможете дойти хотя бы до 5-10 тысяч очков, я гарантирую то, что вы будете побеждать во всех мини-играх, на всех серверах. Вы будете вообще нереально молодцами, потому что вы сможете сделать много дел одновременно. Это, ребята, нереально круто. То есть вы поняли то, что каждые несколько секунд нам дается какое-то новое задание, и нам нужно его выполнять. Если мы что-то пропустим, мы умрем и не сможем побить свой рекорд. Появился... маг, и что нам горит? То есть благословить его, чтобы он смог плавать под водой. Вот это. Да, ребята. О, чешуница, нужно прыгнуть, потому что у нас есть задание. Благословить вот этого жителя, это маг, перед тем, как он нас убьет. И также прыгать, когда мы будем слышать чешуйницу. Вот, еще раз. Потому что если мы не прыгнем, то она нас убьет. Сейчас, ребята, нам будут выдаваться алмазы. Это с предыдущей серии задания. И вот эти все алмазы нам нужно выкинуть до тех пор, как мы, как нам выдастся один стак алмазов. Если мы не сможем выкинуть, то, ребята, ой, то мы умрем. Так, визер нам опять дал новое задание. Of the peaceful starry night. То есть нам нужно благословить его какой-то ночью. Good luck, Sia. Ночь. Я тут вижу только ночь, night. То есть луна ассоциируется с ночью. Да! Ой, прям стукнулся, твою мать. Прям угадал. Алмазики. Сейчас, уже куча заданий, ребята. То есть, когда мы достигаем уже практически отметки в 1000, то нам дается прям уже нереально большое количество заданий. И что нам сейчас нужно делать? Вот прыгаем, пока чешуйница нас не убила. А нам нужно, ребята... сейчас шифтовать, потому что, как видите, у нас есть 200 опыта, 200 уровней. Когда мы не шифтуем, то этот уровень убавляется. Ой, сейчас. Так, много уже заданий одновременно. Ага, good luck, вот это нужно, замечательно. Это сюда, потому что если мы не шифтуем, то уровень отбирается. Ну, нас упало наковальня, нифига себе. Чешуница. Я уже запутался. Падает наковальня, нам нужно уворачиваться. Блейз, ух ты ж, ни хрена себе, сколько уже тут много заданий. Сколько, сейчас нам нужно убить вот эту заразу, пока она дойдет. Я забыл прыгнуть, нас убила чешуйница. У нас было задание прыгать, как только мы услышим звук чешуйницы. Я забыл прыгнуть, я ее даже не услышал. Но мы достигли отметки 1500 очков, ребята. Супер.
о чем я хотел с вами поделиться. Я приобрел себе наконец-то нормальный интернет. И у меня для вас есть новость. В эту субботу будет мой первый стрим, если я, конечно, успею его настроить. Потому что сегодня у нас уже среда. Вот сейчас вы смотрите видео, это видео вышло в среду. У меня есть среда, четверг, пятница. Для того, чтобы настроить стрим, для того, чтобы сделать оформление, все прочее. Чтобы он нормально работал. И в субботу, ребята, я буду играть в CS GO, в Minecraft на своем сервере. И многие другие игры, которые вы только пожелаете, я буду проводить много времени со своими подписчиками. И также, что самое главное, общаться с вами в чате. Для этого, ребята, стримы существуют. Я напрямую, в прямом эфире буду общаться с вами в чате. Ребята, лайк, кто рад, потому что я жду. Я жду, когда я с вами смогу пообщаться. Потому что я с вами даже смогу поиграть в CS GO. Я, ну, конечно, нублю, потому что я последний раз играл в CS GO, не помню когда, но это не суть, ребята. Я с вами научусь. Поэтому, так, нужно проиграть. Чешуница, зараза, ты нас убил в предыдущем уровне. Поэтому будем сейчас ее остерегаться, ребята. Давайте, давайте. Вы уже поняли, в принципе, все уже поняли, что это за карта. В какой-то степени мы, можно сказать, внук Цезаря. Там, внук пра-пра-пра, да, но все же... Суть в том, что Цезарь мог делать много дел одновременно, и сейчас, ребята, мы тоже это будем делать. Прыгаем, потому что там чешуница, и нам нужно его убить до тех пор, как он дойдет до центра этого... этого круга, этого пьедестала, как это можно назвать, потому что если мы его не убьем, то он это все взорвет, и нам просто-напросто будет жопа. Да убей ты, ни хрена себе он до сюда вас мог дойти. И сколько я ударов ему нанес, а? Так, алмазы выкидываем. Так, прыгаем, так, прыгаем. Когда мы дойдем до 1000 очков, то там уже начнется, в принципе, сплошная жопа. Потому что, как вы уже поняли, будет много заданий, которые нам нужно выполнять одновременно. И вряд ли мы сможем справиться с этим. Как видели, я забываю. Вот, гаст, гаст, гаст! Вот, нужно отбивать вот эту хрень. Выкидываем алмазы, прыгаем, потому что чешуница. И сейчас опять вот этот блейз конченый появится. Я вот так его бил и... Так, вот. Я его бил, и, в принципе, я его убил где-то вот тут. И у нас реально мало времени. Так, нам нужно ударить крипера своим... Кто? А! Зараза! Так. Бьем! 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 А! Уже много слишком заданий, я уже не успеваю. А! Нет! 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 Блейз, иди в сраку! Блейз! Блейз, иди в сраку! Блейз! Так, крипер взорвался, твою мать, я даже не заметил. Я даже не заметил крипера. Паника, потому что уже очень много заданий, и у нас... Ах ты жопошник! Я забыл про shift. Я опять забыл шифтовать. Я не знаю, как у меня с первой попытки в предыдущей серии получилось дойти до 2000 очков, но, ребята, если вы... Вот, честное слово, вот... Просто-напросто испытайте себя. Если вы сможете дойти на этой карте хотя бы до 5000 очков, или просто до 3000, просто меня побить, превзойти мой рекорд, я обещаю, вы будете просто-напросто улучшать свои скиллы в Майнкрафте, и как вы только натренируетесь, вы можете зайти на любой сервер и нагнуть любого америкоса на любом сервере, в любую мини-игру, потому что вы уже будете настолько натренированы, то что это можно будет просто сойти с ума. Это реально развивает ваш скилл, вашу реакцию и многое другое. Нужно, главное, у нас, да, кнокбэк есть, поэтому раз его пнуть, и он просто-напросто уйдет. Я должен побить свой рекорд, я просто должен его побить, потому что я не успокоюсь. Мне нужно набрать 2000 очков. И, кстати, ребята, говоря о стриме, что нам нужно? Ага, то есть будут появляться вот эти все хрени, нам нужно их просто-напросто убирать, чтобы мы не путались. Ребята, говоря о стриме. А что я хотел сказать, то что ссылка на мой стрим, да, будет в описании, не в описании, да, в описании, в принципе, она тоже будет, вы уже можете заходить и туда подписываться. И, ребята, в субботу я объявлю точную дату, точное время и точно, когда начнется стрим. И в одно время, ребята, мы потом с вами сможем собраться и просто-напросто пообщаться. Мы с вами сможем просто-напросто, ребята, пообщаться, да. Это, мне кажется, будет круто, если мы с вами сможем собраться. Так, нам нужно уворачиваться от падающей наковальни. Так, наковальня, иди-ка ты в страху. Чуть не взорвался. Убиваем наковальню. Убиваем наковальню. Нет, убиваем чешуницу, мать ее. Ай, сейчас наковальня нас прибьет. Упадет она сверху. Так, ребят, я, может, даже и стриме буду... Я хотел сказать то, что я, может, даже стриме буду стримить. Нет, ребята, я буду, может, Майнкрафт стримить, но... Иногда какие-то сезоны, какой-то даже просто-напросто с вами играть в какие-то мини-игры, да, главное, чтобы сзади нас крипер не появился, потому что это будет же срака просто полнейшая. Вот так. Вот он, зараза! Опа,
Опа, опа. Что нам нужно? Кнокдзе, ага, то есть фаербол, который пустит газ. Ребята, 1500 очков, 1500 очков. 1500 очков. Чешуница, крипер, зараза, чуть нас не убил. 1600 очков, ребята, пожалуйста, давайте мы с вами сможем побить рекорд 2100, 2158. Что нам нужно? Use the fishing rod. Ух ты ж, зараза. Нет, иди в сраку. Да дай мне. Не так-то это и просто нафиг. Я словил вот эту рыбу, я не знаю. Ребята, почти. Нет, слишком много хрени, слишком много хрени. Еще и алмазы. Я не успеваю. Да, мы побили свой рекорд. Зато мы, ребята, уже смогли побить свой рекорд. Так, выкидываем нахрен. Это сюда. Но все же, ребята, да, я проиграл, но я смог побить свой рекорд. Не знаю, ребята, я сейчас чуть с ума не сошел, но я смог побить свой рекорд. Не намного, всего лишь на 42, на 62, на 66, если я не ошибаюсь. И, ну, там еще бонус есть какой-то, я не знаю, стоит ли его считать. Но я все же, ребята, мы с вами смогли побить свой рекорд. Билд, нет, это не то, тут нету, походу, не показывается наш рекорд. Но все же, ребята, мы смогли его побить. И сейчас, как видите, у нас 2224. Новый рекорд. Ребята, кто сможет побить этот рекорд, тот зайдет на любой сервер Майнкрафта и просто всех будет нагинать, потому что вы реально тренируете свой скилл на этой карте. Вы можете выполнять, вы можете потом в Hunger Games, Skywars, многое и бить одновременно, и ловить удочкой, и стрелять, и прыгать, и добывать ресурсы, и многое другое, потому что вы уже будете натрененные, да, если вообще существует такое слово. Ну, ребята, давайте мы на этом будем заканчивать. Я в этой серии хотел вам очень сообщить, потому что я рад, что я все же смог протестировать свой интернет, и он тянет стрим. Я буду стримить, ребята, кеску с вами, многое другое, если вы рады. А знаете, что самое главное? Вы можете зайти в прямом эфире и спрашивать меня о чем только захотите. Я буду отвечать на ваши вопросы, я буду играть, отвечать на ваши вопросы и многое другое. Твич будет на Твиче, стрим будет на Твиче в первое время, посмотрим, ребята. Поэтому... новости и все остальное будут ВКонтакте, я потом сообщу ближе к выходным. Ребята, большое спасибо тем, кто смотрел это видео до конца, вы реальные молодцы. И, ребята, я буду рад, если вы поставите лайк. Сразу, вот поверьте мне, 2500 лайков, в ту же секунду выйдет новая серия. В ту же секунду, ребята, задумайтесь, если вы хотите видеть новую серию через пару часов, если мы сможем с вами набрать лайки. В ту же секунду, ребята, запомните. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, потратьте на меня 2 секунды. На лайк, на подписку. За это я всех расцелую, пожму руку и просто еще раз скажу то, что вы нереально крутые подписчики и мои друзья. Да, ребята. Еще раз приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я буду рад видеть вас на просмотре очередного видео. Также, ребята, я еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.